Сейчас вы увидите преображение Надежды Хохловой. Наша героиня привыкла помогать людям, но у нее совсем не остается времени на себя. Сегодня мы вместе с командой «Мисс Россия» поможем измениться ей и найти образ прекрасной леди. Я осознаю, что в моей жизни необходимы перемены, поскольку вся моя жизнь, она заключена в некие рамки. Поскольку я работаю врачом, то моя основная повседневная одежда – это медицинский халат, это медицинская форма. Я очень хочу при помощи этого проекта, может быть, понять некие именно для себя пропорциональные формы и понять, куда мне двигаться дальше. На мой взгляд, я застряла в своих 20-25 годах, когда популярно носить футболочки, джинсики, толстовочки, что-то такое. Я не говорю, что это плохой стиль, но просто в свои 32 года я считаю, что надо двигаться дальше. Я бы хотела тебе вручить кредитную карту «Мисс Россия» от банка «Русский стандарт». Эта карта красоты поможет создать неповторимый образ и принесет выгоду от покупок. Так как Надежда хочет кардинальных перемен в образе, ей мы полностью меняем форму стрижки и цвет волос. Для Надежды я решила выбрать роскошную классику – черные стрелки и красные губы. Это замечательно дополнит ее новый образ. Надежда желала выглядеть как элегантная современная леди. Для нее был подобран образ, который построен на двух стилях – классический и викторианский. В этом комплекте Надежда выглядит сдержанно и женственно. Надя, привет! Привет, Марина! Мне очень нравится твой элегантный образ. Спасибо большое! Такой красавице, яркой, эффектной девушке хочется не только говорить комплименты, но еще и дарить подарки. Банк «Русский стандарт», генеральный партнер конкурса «Мисс Россия», приготовил для тебя специальную карту с уникальным дизайном и денежным номиналом. Это тебе. Спасибо большое. Сеть магазинов обуви и аксессуаров «Рандеву» приготовит для тебя уникальную карту «Привилеж» с максимальной скидкой 25%. Спасибо большое. Французский бренд купальников «Марк Андре» дарит тебе подарочный сертификат. Спасибо. Полина, я выражаю свою благодарность тебе и всем организаторам, и людям, принявшим непосредственное участие в этом проекте. Я очень счастлива тому, что у меня появилась возможность измениться внешне и что-то изменить внутренне. Я хочу нести свое счастье в этот мир, и большое спасибо.